Ассаламу алейкум, кутманды күніңіздер менен. Мен Старбеков Рыскелде. Всем-всем привет, меня зовут Жомарт. Биринчи турга эйленип тандалып отуруп, буйрса, биринчи турдан өттүк, экинчи турга келип отурабыз. Экинчи турда биз Жомарт экөөбүз дуэттердейбиз. Буларды эң жакшы деңгээлде аткарууга аракет кылабыз. Анткени биз буларга көптөгөн салым эмгегибизди коштук. Ара парктарга дагы барып, ошол жактардан даярдандык. Эң негизги сиздерге эң мыкты деңгээлде көргөзөбүз деген айдамын. Да, мы старались, очень-очень старались, чтоб всем понравилось. Да, как Рыскелде говорит, мы в парке репетировали, проходящие мимо люди смотрели, говорили, что да, вы круто поете. Таким образом, мы повышали дух. Надеюсь, и вам тоже понравится. Обетте өкөстен өткөнгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, кандайсыңар? Эң жакшы. Аллага шүгүр, жакшы. Рыскелди деген ким эле? Мен. Сизе Рыскелди, Жомарт түшүнүктүү. Жомарт мен. Акыркы вот конкурста, биринчи конкурста мындай кемчиликтерди уктуңуздар да, комментарий критика ошондон бир сабак алдыңыздарбы? Ооба, мен алдым. Себеп дегенде сиз айткансыз, көзүңдөн от көрүп айтам деп. Бүгүн отту көргөзөсүң бүрөсү. Бүгүн отту көргөзөм. Байкай эле анда эмесе. Ийликтер анда. Рахмат. Издейм сени арасынан элдердин эң бир коз гүлзаринан жердердин сен аламга издетүүгө жар Дим сени тизмегинен элдерди бактарында барлап коз жерлерди сен аламга кайгыртууга жаралса Thank you.
Как вам дуэт Джо Мартер из Кельди? И мы ждем ваше мнение о выступлении этого замечательного дуэта. Дилоса Дже? Может, будет немножко так жестко сказано, да? Джо Март. Сизнатыңызды Джо Март Бакомбаевстың атынан қойды өлі арнап. Албет. Жақшы. Қақтан өстің өзің? Айылдан өстің бі? Тоқтығылды. Тоқтығылдан. Нақта Тоқтығылда Тоқтығыл Сатылғановтың жерінде, да? Нақта ұлы ақындар шыққан, ұлы ұрчылар шыққан. Жаңағы азыр вот жаңа эле сүйлөштүк да, каяктан таланттар чыгат? Тоқтығылдан көп чыккан. Гүлнур Сатылғанов, там Бекборбиев, ырчылар, акындар, актерлор. Накта кыргыз экен. Эмне үчүн кыргызча акцент пайда болуп атат? Каяктан алып атасыңар ыны ыйгылганды? Вот мен шардык кыз, мен чын эле вот аябай өкүнөм да, жакшы вот сүйлөй албайм, таза сүйлөй албайм. Уялам ошондон, аябай тартынам. Орусча мектеп бүткөм, шаарда төрөлгөм. Бирок кыргыз жырларды вот кыргызча аткарабыз. Элдик ырларды. Эгер силер балким билбейсиңер, балким силер эне атаңыздар таанып болуш керек. Но ушул вот бүгүнкү вот бул деген аябай чоң мындай өкүнүчтүү болуп атат жаштардын арасында. Эгер биз ушул маселени көтөрбөсөк, бул ушинтип тууланып кете берет да. Рыспай Абдыкадыровдун ырлары. Бул деген кандай биздин баарыбыздын вот аябай сыймыктанган, ар бир ырын укканда эмгиче баарыбыз тең ичибиз дүркүрөп, ыйлагыбыз келет да. Мунун чыгарган чыгармачылыктары бут каякта, кайсы дүйнө, кайсы мамлекетте аткарылбаса дагы обязательно өзүнүн изин калтырчу ырлар да. Издейм сени, башка ырлар болобу, кайсы ырлар болбосо дагы. Вот эгер Рыспайдын өзүн аткарган уктуңбу, кандай аткарчу эле бул ырды. Ал албетте мындай элдик манера менен да, элдик күн менен. Бирок сөзүн кандай аткарчу эле. Ошону сөзсүз угуш керек. Вот менин эмне деп айтсам болот, вот ушундай жаштарга кыргыз жырдай албагандарга, вот Жамиля Муратовага баргыла окуганга, Анарбек Ибраевга баргыла, билесиңер ушул артисттерди. Анарбек Ибраевди тааныйсызбы? Эл артисти. Вот. Ошондой артисттерге барып сабак алыш керек. Эгер өсөм, чоңоем, өзүңүзгө кандай маселе койдуңуз ушул катышуу менен? Ийгилик сизге, Джо Март. Чоң рахмат. А можно будет по именно выступлению, как вообще дуэт у нас конкурс? Именно по выступлению. Я по-честному скажу, что это вот как замахнуться на очень большое произведение. Вот я, например, ну, считаюсь, наверное, да, на чей-то взгляд профессиональным исполнителем, но есть какие-то возможности. Я, например, не спою Тину Тернер. Я не буду за это браться, потому что это у каждого должно быть свое. Джидеш споет, я не спою. А вот, поэтому здесь очень много недоработок. Я бы сейчас даже никого не оценила. То есть вы не говорите конкретно, кто проходит? Никто не проходит. К сожалению, не надо на меня обижаться. Спасибо большое. Это ваше мнение. Мы за это вас благодарим. Сама. Нет, я просто хотел дополнить, что и Джидеш поет, и Хайрат поет Тина Тернер просто еще. И из Джидеш и Хайрата кто-то сейчас должен сказать. Хайрат Мырза, вам слово. I call you. I know you. Чында, бул бир башкача бир өзгөчө чыгармалар, Рыспай Абдыкадыровдун ырлары. Бир кандай бир жан дүйнөдөн чыга турган ырлар. Чынын айтсам, мен тойбой калдым. Бирок жалпы бүгүнкү мына ушул жердеги ыр боюнча мен мындай кишилерден сурасам деп эле мен негедир мага мындай бир жан дүйнө менен ушу Рыскелди өтө тургандай болуп атат да менин оюмча. Кийинки турган ушу Рыскелди өтөт буюрса. Менин оюмча да Рыскелди. Ну это ваше мнение, спасибо большое. Самат? Я вот хочу один вопрос задать. Вот по условиям конкурса вам сказали исполнять именно это произведение или өзүңөр тандадыңар бу муну?
Сами выбирали. Да, потому что бывает, вот, например, в России, да, на российских конкурсах, там говорят, будете вот это произведение петь. Они там не успевают, и это вообще не их работа. Если вы сами выбрали, то уже вот как бы вот, я уже свое мнение сказала, что вы замахнулись. Спасибо. Да, и в этом отношении я с вами согласен, когда замахиваешься на великие произведения, либо пан, либо пропан. К сожалению, я вынужден согласиться. Я хотел бы вас видеть пока в листе ожидания. Спасибо. Джидеш? Давайте тоже в листе ожидания. Спасибо большое. Давайте поаплодируем. Джо Мартер из Кельды. Вы пока проходите в листе ожидания. Спасибо большое.